И всем привет, с вами Котенок Шмык. И сегодня в данном видеоролике я буду играть на сервере LifeBot с Travel Gummies. Если вам понравится это видео, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А я начинаю. Вот я присоединился к игре. Кстати, я играю на бета-версии 1.11.07. Ссылка на скачивание данной версии будет в описании, а также IP этого сервера тоже будет в описании. До начала игры осталось полминуты, а пока идут эти полминуты, я хочу вас поблагодарить за то, что у меня на канале набралось больше 1000 подписчиков. Огромное вам спасибо. Погнали! Я пока что присяду, пока там игроки. Даже их очень много вообще. 13 игроков. Я думаю, я тут не выживу. Кстати, первый сундук, который я нашел. Сейчас я его открою, и тут у меня каменный меч. Также возьму этот топор. И хавать. Недавно было 13, а сейчас уже 8. Вот, кстати, еще один сундук. Нифига себе. Оказывается, эта лиса была от яблони. Кстати, вот второе яблоко. Я еще возьму похавать. Тут сундуков есть. Только почему-то он не открывается. Блин, там игрок. Что-то он вообще нуб, не дерется, хоть у него железный топор. Пацан, стой! Я не знаю, сколько у него сейчас хп, но я хочу его убить. Я думаю, что у него очень мало хп. Я примерно ему сделал 3 удара. Но смотря, если у него 20 хп, а он на 6, то получается, у него сейчас 2 хп. Получается, что так. У него реально много крутых вещей, не то что у меня. У него даже железный слиток, и у меня теперь 4 железных топора. Ну, вроде все. Пойду искать еще сундуки, хоть до дезматча осталось 3 минуты. Так, осталось, кстати, 3 игрока, это круто. Я даже не думал, что могу дожить до этого. Все, сейчас 5 секунд, 4, 3, 2, 1, и наступает капец. Шмыгу. Сижу. Так, я одного пацана замочил. И я выиграл на этой арене. Круто. Шмык YouTube стал сумасшедшим. Я даже не думал, что выиграю. Если понравилось видео и ты хочешь больше таких видеороликов, то голосуй вот тут справа в верхнем углу.
Нравятся ли тебе такие видео про Майнкрафт? Нет. Ну, а также обязательно поставь лайк, подпишись на мой канал. А с вами был Котенок Шмык. Всем удачи, всем пока.